Следующая ты. Поехали. Талдорама, поставь прото-ауру. Кто там из магов? МКшки бафал. Киньте МКшку. Я раскол буду стакать. Больше скажу, я это должен делать. Мелких больше не сливайте, пол хп уже. Танки, мастер-тарство. Не добивайте его маленького феникса.
босс молокосос. Точно убирал, казак. О, господи, для кого говорили не добивать? Там звездопады. Он опять наверх или на первую? Там больше 400к было, Лёх. Судя по всему, наверх. Значит, подлагивает задержка. Там у него под углом он прям взлетает, видно. На первую летит. 14 лямов. Там летит. Он чё, блядь? Ебанулся, ну. У него крыша поехала. С таким рейдом поедет. Что на бусь? Куда добивать? Я на бусь. Первый летит. Середина. Кто вас ёбнет? Лужа, выйдите. Поднимать? Честно, да, хил. Верю. Чего угла не добили? Там еще уголь шибли с того пола.
Женька, бафните шаманов. Добейте углей. Приставав, да, или хочешь? Сложен. Еще одного угля добейте. Вы добиваете, ждете, пока взлетит, чтобы добить? Они или специально, как? Наверное, ждут, чтобы дольше босса бить. Да, он течет, я соберу следующего. Добейте угля. Это вот 30%. Уже не надо. Интересный мусу. Ты либо обоих забирай, либо забирай сам, который вылетает. Да, сейчас не добивайте. Таунти. Геро.
Капец, вы сложная. Да не говори. Дай Кирсу лучше рабской просто. Кира тенщик. Япончик. Я слышу. Дал. Угу. Помощника дай. Трэш пулять можно? Ча, они забегут сюда, а там что-то снаружи стоят все. Че, дверь не закрывает? Или надо моба туда, наверное, к ним вести? Успех. Офспек? Офспек нету желающих. Малдезер натянул, офспек не идет. Ну странно, его вчера был ДД спек, а сегодня там, походу, у него нет. Это офспек, говорят же, офспек. Причем тут? Я офспек, кто? Танк. Ну а как ты хочешь, блять, на офспек паролить дэшную триньку? Мейнспек. Я триню не ролю так-то. Кто сказал, что я триню? У меня там не триня, там кистевая эта хуйня была. Так она дэшная. На левую руку не носит никто, кроме Роги и Шама. Топор тоже никому не нужен. Может, я на трансмут, может, хотел бы. Ты не можешь, я затрансмут. Рога не носит на левую. Работа не нужна. Почему он в двух руках может носить? Там скорость 2.6. Я еще могу скорость. Там приписка. Левая рука. У кого есть этот энчант? Плюсаните его в чат. Ринкет кто-нибудь взял? Час разрули. В смысле, ходишь с вот этой говно тринькой свай? Main spec. Почему плохая ты? Пуста полная. Off spec. Горит, горит. Не, ну, хотя не. Медведь даешь, Тимыч, пережульть. Да не, у меня она пойдет же как мейн спек. Медведи, по-моему, нельзя ее на офспек. Да, Лех? Да. Ну все, значит, видишь, я в проле. Почему нельзя медведя на мейн спек? Ой, на офспек. Ну, в тот раз сказать. Это не танковская. На робота идем, да, первого? Ну, да. Можно я роутер перезагружу, что-то пипец пинг. Короче, тогда ж ты не войду. Войду? Так он, ну, я даже не валю. Войду, скинь тогда. Ну, а дашь ты не войду. Это... Ты хочешь, чтобы он одевал буст? Естественно. Че, мало? Сколько ты? Нормально дамаг? Ну, сейчас проверим на этом боссе. А сколько рунников бьет у тебя? Какой нахуй руник, Влад ДК? Ты че несешь? У тебя нет мунического удара, ты хочешь? Руник работает от парирования, блять, и уклонения по тебе. Я босса не танчу, чтобы руник бьет. Да, в PvP бьют по 8к руническим. Потому что, блять, в PvP, наверное, тебя бьют. Ты чё,
чё выпало там? Триня, кистевой, а третье чё? Топор. Я думал, это жесткая тема просто. Иногда приходит АОЕшка в уклонение, но у меня это маг развит. В смысле, чтобы ему ударить, надо увернуться? Да, или парировать. Ебать, там для кого-то Америку открыли, наверное. Единственный деруник, это на ребре, наверное, на креп рокой зайди. Наличие от мобов может тоже, если это там. Да он от всякой АОЕшки может прокой. Так, чё там? Поехали. Ой, ты денешь на этого босса? Угу. Нет. Сальву не давайте. Кому? Все сальвы по мне. Есть у меня. А ты, Лёха, думаешь, что Агро на тебя в первую очередь будет? Ну, слава богу, у меня талант качан. Тут варов нету. Варов нету, будет. Кто тебя кильнул? А, вот это тут. Уничтожитель. А, сколько он ударил? 50 тысяч. 55. Кстати, только сейчас заметил, что мой каст этот ебучий сбивается. Да ладно, я тебе об этом говорил, уже 3 кд. А даже пора гейма писать, чтобы они роботом манекеном сделали как орка, чтобы ДПС появилось. А ты думаешь, они как-то по-другому смотрят ДПС класс? Они Т5 мерят именно на роботе, потому что именно поэтому нерфили Эли. Нужно быть постоянно в жопе, и ты постоянно в топе по агро, ты не дашь ДПС. Фулл баф подбили, да? Ну... Блин, понимаешь, это уже другая история. Вага здесь. Начисли там все МРД по пятихаточке. И этот и там. За второй пул. А вараш? Да. Охуеть. А чё там? Тяжко, да что? Чар-чар. Феникса не били. Ждали пока добить Феникса, пока Ларс летит. Это вообще хуёво. Главное, что ты там тоже есть. Как-то за что. Разбаньте моба. Флоки, вы там это время есть, определяйтесь, то СС будет кидать. А робота УЕ же бьет только вот эти удары сокрушающие. Еще какой-то есть урон. УЕ же. Да блять, за что сейчас-то ГП?
заебал, я больше танчить не буду. А кто тебя спрашивает? Не по. Да, плава. Да. А людям, кто сдыхал на третьем пуле, не хочет начислить? Тогда уж. На убийство пулов я начисляю. Только на тех, где вайп. Мой первый. Сразу говорю, кто захочет снять завтра РСХМ плюс Джан. Ну а если я завтра не могу, я могу в первый рейд пойти? Первый рейд уже убил. Блять. Ну я не могу завтра с утра пойти. Вся фишка в нашем статике убить, а не в первом составе. Да суть меня убила. Меня убил. Где третий танк? Еще попытки будут с понедельника во вторник, если люди не придут, мне кажется. Скину. Не, ну вот я, допустим, завтра с утра не могу, завтра есть дела. Не, ну понимаешь, земля не вокруг тебя вертится. Ну я понимаю, но пиздец. Ну пиздец. Воронка в роботе, воронка. Все заберу, не парься. Ты сдаки не забираешь, обидно. В смысле, все забираю, все у Лёхи. Все у Лёхи, еще раз говорю. Можно по этим посмотреть. Что думаешь, я себе что ли их скидываю? Пианист, мы в одного танка на боссе. Ты плюс вольт делаем по-прошлому. Так, кто на РНЖ стоянии будет? А Никитос? Он один. Одного хватает. Хила можем. Там же и одного хватает человека. Мой ближний. Чтобы не было ГП, проще убивать его с первого пула. Мне даже под инстинктами пробивает. Дайте овцу этому кузнецу, блять. Он жабе кастует. Он, ему пофигу, понимаешь, на жабу. Не в жабе, в овце, блять. Нет, тотем в овце он не бьет. Кастует. Тотем кастует бьет. Он в овце. Он не кастует только на покаяние паладиновском. Остальное ему... Берите тотем, который можно в овце кастовать. Представь себе. Так же, как в жабе. Ну, в жабе ты можешь бегать, например, если тебя законтролили. Вот, не замечал такую хуйню? Бегать и кастовать разные вещи. Просто киньте корни от друида и все. Уже не кастуют, что слышишь. Я тебе сейчас скажу одну вещь. Ну вот, ты мне, наверное, не поверишь. Меня однажды занесло в комбате на БГ. Забыл спек сменить. Так вот, мне в череду провязали овцу, и я в этой же череде отмудохал мага. В овце. Как тебе такое? Ну, по идее, в череду понимаю. Не должно быть. Это Сирус, блядь. Это тебе про то, что... Это тебе про Сирус, да, вот я к этому и веду. В череде ты иммунен, логика. Да. Абсолютно. Здравствуй. Это Сирус. В итоге-то он правильно сработал, ты же бил урона. Ну да, по факту да. А ты в итоге оставался? Да, я потом в итоге остался в овце. А, ну заебись. Но я смог бегать, и мог юзать скиллы в ТФ. Да такая же хуйня иногда в фире бывает тоже. Смотришь, ты под фиром вара, блядь, бегаешь. Да, фир варовский не работает. А вара просто настолько жесткий, что он даже в овце дает пизды.
небо стоит. Где? Лёха, ты Т5 будешь брать? Да. Оба куска? Не знаю. По крайней мере, плечи мне надо. А по-моему, все скидать. На ретрика кидай какого-нибудь. Так, сопроты. Кидаю много раз процесс. Че, мы в центре бьем или так же сразу сходу? Там же, где он стоит, там. Даю проверку на баф. Пристабаф. Моса видел, что писал? Так, пока что не просто. Все, на позиционку становимся. Еще раз эту проверку делаем. Никитоса, главное, денчик кинь, пока на него, блядь, частицу сразу похили возьму. Кава на пол. На пол, на Карину, на Бруно. Все, все здесь. Все готовы. Даю отчет. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа.
Мяка, Локи, стоп, да. У нас два танка. Лёха, ты тыкал истерию второй раз? Так, не. Это у меня откатилось. Можешь кинуть, если не всё идеально. На пульте Войда. А как умер Хилл? А вы я. А чё, не захилился? Можно саппорта нет. Есть саппорт. Есть у него саппорт. По-моему, надо просто было изначально варов не брать на этого, типа было бы изи. Main spec. Я раскол стакал. У КД. Не, не про тех, которые в топе по агро. А не про таких, которые стакают. Все зависли. Те, которые в топе по агро. Не, не зависли. Они не стакают. Кирс, чё так слабо? Чего слабо? У меня агро до 80% каждый раз поднимает. Лёх, себе. Начислишь сразу. А, Вага, начисли 500. А ты себе за шею не начислял? Майн спек. Оф спек. Пианист. Меня за шею не начисляют. Почему? Потому что этот шею должен браться еще давным-давным-давно. Ну, остальным же начисляют. Майн спик есть? Потому что они как бы не очереди шли, вот сюда. Тут япончик мог собирать. Кават. До тебя еще. Смотри. Начнем с чего?
того, что, во-первых, этого бы рейда не было, если бы я ДК его не начал водить. Правильно? Правильно. Со мной в этом рейде собрало шемок, блядь, 4 человека. Хотя должен был первый. Для того, чтобы этот рейд что-то начал. Короче, ГМ всегда прав. Ой, ГРЛ. Да, на ГМ правила ПГП не распространяются. На этот рейд нет. Ну, Лёх, по 500 ГП по всему РДД это грязно. Да, РДД это ладно, а чё танкам, которые наверху были, Брун и Войд, не знаю. Этот рейд, это лично мое желание, блядь, чтобы они что-то проносили и одевались. Другой никто этих рейдов водить не хочет и не водил бы. Такой же рейд будет 22.00, приходите, жду. Целка 25 опыта. По поводу даже набора людей в этот рейд, блядь, ни один человек, ничего там, грубо говоря, нету такого. Ни одного человека, который, блядь, смотрит за набором в этот рейд и, блядь, делает хоть какой-то здесь прорыв. То есть мне здесь нахуй ничего не надо, я хуй, да? На меня, да? То есть, почему вот так получается, да? Говоришь? Да пизды, по РДД получай ГП хубами за чё? То есть вот так, да? В смысле за чё? За вайп? За вас вайп был. Танка убила, потому что вы не сливали мобов. Просто. Ну, блять, если я бил мобов, нахуй, а другие не бьют, я должен тот ГП за это получить, да? Нет, я пытаюсь понять... Танком за что вот во второй раз влупили? Потому что по их мне сдохло пару человек. Вот вам за второй какой. Он по один глям. Снизу забрать не может, а два сверху не могут на себя забрать. Так, второй пул был нормальный. Со второго пула завалили. Что не так было? Ну хорошо. Ну хорошо, с третьего. Во втором, если они отбегают или там не видно как-то, и 6 угольков, что надо было делать? Ну ты не прав сейчас, Леха. Я, блядь, допустим, пуха встречал, упала эмфовская на лоб, и опять первый статик туда залазит и забирает ее нахуй. Я просто вчера ничего не стал говорить, потому что микрофон не был у меня. Но я был категорически против нахуй. То один танк ее забирает, потому что потом Митрос он ее забирает в итоге. И просто он ее выкидывает нахуй. То, блядь, какой-то знаешь, приходит паладин с первого статика и тоже его, блядь, забирает нахуй. Знаешь, что я тебе скажу? У тебя есть мой инспек, на который ты можешь рассчитывать. Олл-спек — это желание мое, что у тебя будут шмотки. Просто как, блядь, с первого статика, пускай они с моим первым статике сидят и забирают что-то, блядь. Хоть... Приходит другой статик. Хочешь, вот вся проблема. Блядь, хочешь собирать олл-спек, спекаешься. И ходишь в этом спеке в рейде и собираешь как на мэм. Все просто. Все олл-спеки это, блять, по желанию моему там собираются. Когда вы приходите в рейде, ни в одной рейде нет такого, что вам будут собирать все спеки. Олл-спеки за того, что там где-то кто-то надо каким-то олл-спеком. Причем здесь приходит, я пришел еще, блять, хупом никогда, я к тому, что офспек, почему другой, с другого статика вечернего приходит и забирает у людей так же. Нахуя это делать? Пускай ходит свой вечерний и забирает, нахуй. Вот и все, вот и к чему. Подожди, Женек, подожди. Потому что был уже разговор по поводу этой темы. Кому нужен так критично был-то? Драгону. Что? На что ему нахуй? На танк. На танка? А ничего, что у него Митриус на танке. Это первый момент. Ни один человек не паролил его на мейнспер. Это да, вот такое. Второй момент. Олл-спеки. Вы не думайте, что, блядь, вы олл-спеки будете, блядь, забирать шмотки 100%. На олл-спеки я распределяю шмот так, как мне нужно. Так этот чел пришел на ПВП, забрал с роллом на ГП, как бы. Со с первого статика на сундук. И что тут такого? Ну я против вот таких действий вообще. Я разрешил человеку, что я забрал. Я понял, я услышал. Потому что мне, допустим, твой вообще нахуй нужен.
Типа, ты в нем не ходишь в рейды, ничего не делаешь, а нахуй нужен вообще-то. А то есть PvP спек в протопале нахуй в рейды ходит, да? Какая разница? Какая разница? Что... Теперь к вопросу, какая разница? Я определяю я, кому что отдать. Не мне похер, типа. Если он хочет забирать за фулл ГП на мейн спек, окей, пускай забирает. Почему ж ты не сказал? Давай я заберу на мейн спек. Блядь, зачем с других с первого статика во второй кидать? Вот это я хочу добиться. Хорошо, ну, давай сейчас, блядь, давай сейчас выйдем. А Вага кто по спеку? Танк, что ли? Давай выйдем все, блядь, этот... кто, блядь, не в этом рейде, ну, кто не в этом составе, кто выйдут, блядь, кто с первого состава. Сундук там не трогает, другой заходит. И у тебя, кажется, блядь, 10 человек. Человек идет, блядь, с тобой варом, блядь, на фулл инст, которому нихуя оттуда не надо практически, да? Я и тебе скажу, что мне с этих ЗС ОКа нихуя не надо, тупо нисколько, я все равно хожу. Вот и все. Ну, я просто не надо. Когда на самом деле. Когда тебе надо было, я ходил. Хоть мне нихуя не надо, и я релил от инста, я ходил. Когда мне нихуя. На мой взгляд, по разговорам что-то на крепостное право похоже, как по факту. Да сейчас. Вы там ушли на проше? Давайте не будем их зашмотр. Давайте. Сейчас, ребят, это все бесполезно. Каждый, извини, Лёха, я тебя, конечно, перебью. Можешь меня замутить. Ну, сейчас это бесполезно. Мы, блядь, время тратим все. Никто никому ничего не докажет. Каждый остается по своему мнению. Надо вы еще на трэш или дошли до босса? На трэш. Можно просто правильно сделать. Спустись по каналам пониже, я тебе сейчас объясню. Давайте, на пальцах, чтобы ты понял. Потом просто потрещу. А просто какие-то правила-то придут, они отличаются с первым составом нашей возможности их не. Чтоб люди не стали. Так а при чем тут первый состав? Это не первый состав, ребят. Причем вы до первого состава? Да блин, зачем из-за шмоток вообще спорить? Не знаю, я вот повторюсь, ну, касаемо вот за себя, чисто вот за себя. Я хожу, хоть и мне неудобное время, я хожу на работе, блядь, ну, потому что мне хочется, мне надо там все. Но, еще раз, ну, частично, Леха, ты не прав, частично где-то ты прав, частично все не правы. Ну, блядь, сейчас просто треп ни о чем. Давайте же, пронесем и все. Оф-спек же в первом составе приоритетнее, чем мейн-спек первого состава, правильно? Если Лёша спекает, то он приоритетнее, да. Потому что у до рейда у нас был второй рейд по вечерам. Подожди, и там они сейчас... одевались. Убрали вечерний рейд второй и поставили ДВ, потому что РЛ разорваться не может. Кто сейчас говорил там про мейн-спек? Ты пример привести конкретный можешь? Бля, давайте потом, ребят, ну серьезно. Мы сейчас просто все переругаемся, и нахуй этот рейд закончится, и кто кому реально надо, ну мы не поможем. Все нормально, давайте просто играть. Пример привести могу, если ты меня спрашиваешь. Все, давайте завязываем. Я тебе, Лёх, сразу говорю, я завтра не могу, если чё. Только вечером. В Дискорде отпишешь? Хорошо. Это убьем.
Слейте меня, а то сейчас. Уже. Да он, сука, берсу прожимает. Там БОЕшка есть. Зачем мне запа дали? Кому? Мне. Сейчас посмотрю. Лёхе перекинь. Не знаю, я натыкнул на него, тыкнул оськи. Ну перекину кому, блядь, мёртвый уже не было. Ну, после рез. Или в ГВшку просто закинь в последнюю чайку, он все равно просто, туда скидывает. Просто озадачил меня, что ли? Да нет. БВЕшку заберите, кто там. Слушай, ты даже с ним не в одной группе. Или нет? А. Поехали дальше. Агрим. Танк, я. А кому БОЕшку отдать? Ты же там по всем это кидаешь, чтобы вы потом это взять эфир. Чтобы потом в ГБ все скидывали. А я не знаю, я тыкаю на тебя, а почему-то скидывается тем, кто у тебя в этом, в группе одной. Перелогнусь. Наверное, да. Ну, скажите потом, кому отдать, я отдам. Ну, скажи, сколько людей положу. Я потом все положу в ГБ. Не знаю, вот ДК удар, как будто он в курсе, а конфетти разбрасывает. Ты видел? 19, почти 20 дал народ. Тут для нет рекаунта. Как бы я посмотрел бы. Ну скиньте ДК, сколько он остался. Но мне еще много чего поменять надо. Есть класс робота ДПС? У меня не показывает ниже. Леха, я это... если что, япончику отдал бы УЕшку. Крин, где? В этом дискорд. Девятый, высадь, 19. Ну, у меня, если я одену 2 еще до Т5, 4 Т5 сделаю, мне еще на 4. Сейчас, погоди, релогнусь, не вижу. На 3-4 тысячи ДПС поднимется. Это соло-таргет, причем, не АУЕ. Япончик, повесь пока на себя лутера, забери воронку, чтобы не пропал. Сейчас я релогнусь. А где будет трэш под боссом, то это будет гораздо больше. Ремень еще вот тут соберите. Я прыгаю вот на ремне. Там воронка, говорит, пропала. Чё, блин? Зашибись, релогнулся, теперь я вообще никого в первой группе не вижу. Собирай дроп. Да и япончик просто на себя забери, да все, и сам лутай.
Поехали дальше. А вот у тебя 4 куска вафля растет, да? А, ну тебе это же давали фигню. Сереж. Мистерия там потом в конце она только с бурста ДПС дает, а в конце там похуй. Хоть какой-то допинг. АДК. Что нахнутый, типа, ну сотку в трэш, как Фрэнсис дала. Типа я перебор считаю. Нет, понимаешь, тут соло-таргет, ну, то есть тут трэша нету, тут соло-таргет. Вообще говорю. Нет. И учти, что у меня брюлей-то нет, у меня усилков 200, и это, третья ката, два плюса. То есть если я еще даже на кубе еще, да. Ну, даже завтра, сегодня сделать. Да. Вот у меня по 1003, потому что там тренирование силы в процентном соотношении будет. И, короче, на своей категории, своим количеством усилков без брюлей, я буду наравне с Ауди держаться, учитывая, какая у него категория брюлей. В Блад ДК по простому. Это на боссах, где соло таргет, а где это. Не, ну накрученный мы ж не считаем, все равно. Я то он для чему. Вот если бы Ауди спекнулся в Блад ДК, у него ДПС был бы гораздо выше. Саня, дай мне вот этот свиток подойти. Фига да, и надо ролить его. Ну ладно, ладно, давай поролю. Ну просто я думаю, никому не надо. В смысле рецепт? Рецепт не надо. Да, рецепт. С кузнечки? Да. Думал там на 5 этих знаков. Рукавичности. Ауди, задумайся насчет Блад ДК. Там всего лишь надо тыкать 3 кнопки. Да мне не тяжело. Будешь полезно. Меня это, пианист, интересует. Есть ли какая-нибудь хуйня на меня оранжевая, как у тебя? Что-нибудь по типу. Шемка. Одноручек нету. Этот, лучше даже, блядь, банально эту, не знаю, миродробитель какой-нибудь. Нет, цветение. Это какой миродробитель? Этот, блядь, с джайны, как он называется? Цветение. Цветение? Спекнуться в Блад ДК и будешь давать еще на 1004 ДПС больше. Но это не точно. Это точно. Точно. Хросты всегда меньше дамажили, чем блады. Особенно. А я докажу, что нет, вот и все нахуй. Ты смотри свои усилки и брюли, блядь. Я сейчас дособеру эквип, сделаю себе 4 Т5 и сделаю себе там еще пару этих
нюансов. Ауди у тебя же кап уже, да? Да, я тоже еще не доделанный. У меня ни дринки, ни это там, кое-чего не хватает. У меня вторая дринка хуйня стоит, то же самое. Ну, типа, она, в принципе, более... Да-да, мне нужен и зов, и этот, и чешка, блядь. Ну, у тебя как зеркальце, только активируемое. Там просто в чем прикол. Я вообще хочу две силовые трини, на самом-то деле. Два выбора? Не, выбор и волю. Воля, прок на силу и выбор на силу. Скалирование в процентном соотношении, просто зашкаливать. Воля ж не факт, что на силу прока. В смысле воля не факт, что на силу прока? Да, рандомный прок, он ж не... Не, ну я понимаю, что рандом, но если зайдет прок на силу от воли, и от выбора прок на силу, то там, блядь, бурл будет неебически. Только там 4 прока? 3. Там бурст можно будет под 50к разогнать. Мне просто, чтобы заменить триню на квит, мне надо немного агильного нонсета. А у меня агильного нонсета только одна шея. Две минутки. Ну, даже минут. Курите пока 2 минуты. Можно за 2 минуты вообще покурить? Ну, вообще, рекорд скуривания сигареты составляет вроде 15 секунд. И минус легкие, да, Лёш? Хорошо, если легкие. Не, почему там за одну затяжку просто... Закашлял. Да тут целые 2 минуты. От размера легких зависит. Типа, если ты ныряешь и долго дыхание задерживаешь, думаю, тебе не проблема заразу тянуть будет. Ну, это что тренируется. Там. Поначалу там, допустим, можешь на минуту задерживать дыхание, да, а потом, если тренируешь эту херню, то смотришь там уже и на 2 минуты выедешь. Там что-то говорят, если типа медитировать, ну, не двигаться, там челики побольше могут задерживать. Ну, от движения, конечно, зависит. Все же зависит от движения. Это 3 вопроса за сон. Да, с опротами. Рыбу поставил. Здесь не обязательно топор на этом бочке.